Всем привет! Я нахожусь в Минске возле казино «Эмир». Здесь проходит белорусский покерный тур. И сегодня мы будем катать Минск Open за $225, где дают фиксированный нок $50 за голову. Всем приятного просмотра, погнали! $700. Итак, первая раздача. Открылся рек с УТГ. Мы тут здесь поколили на СБ. И ББ тоже нажал кол. Мы попали сразу в флопа, в топ-пару, сыграли чек, рек поставил камбет. Я кол, ББ пас. Терном упала восьмерка. Я опять играю чек-кол. Кол. И ривером закрылась флеш-дро. Мы получили достаточно плотную ставку ривером. В тривейпоте, я думаю, там будет не слишком много блефов. Флешдро закрылось, стриты закрыты, есть какие-то фулхаусы и тузы сильнее. Потому я решил выбросить. Следующая раздача интересная. Здесь громадный мультипот. Открылся МП, котов поколил. Мы на батоне 10-9 решили завести колом. И ББ тоже сыграл кол. У нас 4 вейпот. Попадаем в девятку. Плюс у нас имеется гадшот. ББ чекает, МП чек. И котов ставит небольшую ставку. У нас легкий кол. ББ отваливается. И МП тоже пас. Остаемся вдвоем. Терном наловили свой трипс. Неплохое усиление. Нам прилетает 3000. Это 40% пота. Легкий кол. И ривером закрывается фулл хаус. Получаем чек, понимаем, что там, возможно, флеш-дро, возможно, какие-то стриты были. Может быть, валет. Но ставлю крупную сюда. Возможно, по валету даже оппонент захочет отколить, так как не закрылись флеш-дро. Да, мы получаем быстрый кол. Я показываю нац, и победа наша. Туз-король на катофе, играем 3-бетом против УТГ в 3х. Играем против молодой девчонки. Она достаточно снэпом принимала решение. Открылась с утюга немного повышенным сайзом. Легкий 3-бет. И получаем 4-бет в лицо снэпом. Просто там было снэп-решение. Естественно, я нажимаю кол. У нас есть позиция, неплохая рука. Премиум. Было очень стрёмно. В доску я совершенно не попал. Получил третюшку и решил не тянуть ее. А сразу выкинуть. Следующая раздача, я забыл показать карты в камеру, потому не помню свои карты, если честно.
Но мы решили здесь оставить эту раздачу и просто попробовать угадать, какая у меня здесь могла быть рука. Я открылся с УТГ рейзом, рек на МП меня потребетил. Я кол. Я нажимаю кол. Доска дама-дама 3. Я играю чек. Нам ставят ультра-маленькую. Легкий кол, скорее всего, почти с всем диапом, который мы дефаем. Падает двойка, бланк. Мы опять играем чек и получаем чек на МП. 7 тысяч в банке. И я ставлю какую-то ультра-маленькую. Это похоже на какой-то карман, который я пытаюсь добрать с туз-хай. Я бы, наверное, положил бы себя на восьмерки, девятки, что-то такое. Открыли тузов с МП. ББ задефал. Поставили цебетик. Две. Но, к сожалению, получили пас. Потихоньку разгоняем наш стэк. У нас плюс-минус чуть больше стартового. Туз-король открыл с УТГ. Получил кол на МП. Кол на СБ и кол на ББ. 4 вейпот. Сколько нас трое? Доска падает дама вале 2 с нашим флеш-дро. У нас нацевое флеш-дро, нацевый гадшот и 2 овера. Я решаю ставить в этом мультипоте. Много эквити сейчас имеем. Ставлю небольшую. Третюшку. И получаем 2 кола на МП и СБ. Терн мимо. У нас пока до сих пор туз хай. Я решаю ставить еще одну небольшую терн. МП отвалилась. А вот СБ нажимает кол. Упал король. У нас теперь появилось ШД, причем неплохое, с хорошим кикером. И СБ донкает. Но донкает ультрамаленькую. Рейзить не имеет никакого смысла. Да, закрылись триты, но есть руки, которые мы бьем. Нажимаем просто кол на такую маленькую. Нам показывают даму 10, и это наша. Выиграли хороший банк, 36 тысяч. И теперь у нас 53 тысячи. Не знаешь, как вывести или депнуть деньги в покерных румах? Тогда ты по адресу. Luxon Pay. Депозиты и выводы в 17 покерных румах. Международная платежная система Luxon. Легко пополняй или выводи через Luxon картами, криптой. Все легко и просто. Ссылку найдешь в закрепленном комментарии под этим видео. Luxon Pay. Депозиты, выводы и переводы в покер-румах. Luxon. Я кол. На СБ король 10 разномастный, нажимаю кол против рейза с МП и ББ тоже колит. Попадаем здесь в две пары и играем чек-рейс.
Да, МП ставит цбет небольшого сайза. И мы рейзим. Но, к сожалению, получаем два паса. Открываю валетов с УТГ. Получаем кол на катофе от чипака. Заходила девчонки карта просто бомба. У нее был гигантский стэк. И СБ нажимает all-in 14 тысяч. Я немножко подумал для вида. Здесь, естественно, будет пуш за ног. Мне надо изолировать. Мы хотим получить нокаут. Неплохую часть стека. На репорт пойдете. Она подумала. И уговорила себя на пас. Поехали против двоек. Супер. Это лучшее, что можно было увидеть. Но с флопа горят, Сань, ну как бы, не ходячка ты, Санька. Отдыхай, брат. Ой, я отгрузил 14 тысяч и стал отдыхать. Так, что получается, поздняя рега закрыта, 157 входов, 66 человек осталось, 18 призовых мест. У меня 40к, и сегодня играем до ИТМа. Жалко, хотел сегодня финалку разорвать, но придется только в ИТМ попасть. Так что поехали. Первая раздача после перерыва, и у меня сразу тузы, это было кайфово, но, к сожалению, все выкинули в пас, СБ нажал кол, я немного порейзил и выкинул в пас СБ свои карты. Больно. Решил открыть пятерки с утюга, так как покрывал ББ. Получил кол на катофе, СБ кол, ББ кол. Для пятерок это хорошо, нам нужно всего лишь наловить свой сет. С флопа сразу попадаем в сет, но доска ультрадинамичная, есть флешдро, готовые стриты, попадание двухсторонки. Я сюда ставлю небольшую, так как понимаю, что доска опасная. И получаю два кола. Терном приходит та карта, которая мне связывает руки. Пошло еще одно флешдро. Еще больше стритов закрылось. И ББ донкает 30%. Я покрываю ББ, не могу выкинуть на такую маленькую ставку. Нажимаю кол. Мне надо всего лишь доехать в свой фулл хаус. СБ выкидывает в пас. В банке просто гигантская туча фишек. 60к. У ББ за спиной 25 осталось. Мы не доехали фул. ББ ставит алын. Я просто снэпом выкидываю в пас. И показываю ему, говорю, смотри, какая вот штука происходит. И он показал нам восьмерочку. Говорит, есть такое. Люксон Пэй. Депозиты, выводы и переводы в покер-румах. Люксон. Дальше я пытался распушиться. У нас стал короткий стэк, 10 блайндов. Было много алынов, много стилов, рестилов. Первый.
нужно было удвоиться, где-то найти стэк. Днем рождения, Алын. Туз валет, 10 блайндов, легкий пуш, туз здесь тоже был легкий пуш. Король валет с хайджека. 12 блайндов. Тоже пролазит, пушим. Но получаем кол на баттоне. Тут мы кол не особо хотели получать. Но поехали против туз 10. В принципе, неплохо. Нужно удвоиться. Нужно дальше разгонять стэк. Нам нужны патроны. Это не похоже на нокаут. К сожалению, нет. У нас осталось очень маленький стэк. Ультра короткий просто. Я решаю с МП 10-8 пушить. Это 4 блайнда. Но Вовка, брат, горит. Забирай. Сантьяго, у меня нет руки. Вова закопал. Фу, повезло. Я даже не смотрел. Алын, посчитать кому-то? Дальше я дотошнился до того, что у меня на УТГ осталось 2 блайнда. И я вслепую запушил. Кому же достанется голова Бадубика? Так как потом на ББ мне придется проставлять 1 блайнд и 1 блайнд анте. За мою голову это нокаут. Поехали, двое. Тройничок. Девятки. И я вслепую нашел девятки. Алло, так это на победу похоже. Не такое выигрывали. Сразу девятку, да, я такой сел. Холодничку закажу себе. Нормально. Хорошо. Отлично. Да, мы утроились. Все супер. Я Алын. После этого я подефал ББ, не попал, выкинул. И здесь против опена с баттона я запушил туз 6. После моего пуша ББ объявил свой пуш. И баттон нажал пас. Так, мы поехали, бразер. К сожалению, мы поехали против туз-дамы. Туз-дама. Это что, мне шестерка надо? У тебя не было шестерка? Была? Капец. Давай. О, пятерка. Хорошо, пятерочку. Пятерку давай. И это был аут. Так, что, вылетел 35-м. Покатал вроде неплохо. Нараздавали всякой херни. Сет в стрит. Ой. Ну что, остался мейн. Наверное, только мейн. Может, еще там в самый последний турик. Короче, 2 турика, наверное, еще сыграю. Сколько уже без ИТМов? Я уже хрен. Наверное, с турниров 45 я сбился со счета. Дайте что-нибудь ИТМнуть. Вот. Так что увидимся в следующей серии на мейне. Всем счастья, удачки, всем бэ-бэ.